Дорогие друзья, наконец наступила весна, пора возрождения и пробуждения. Это время года всегда вдохновляет на перемены, и мы предлагаем пройти через них с нашими парфюмерными новинками. На весну мы подготовили три большие новые парфюмерные истории. Все они очень разные и по звучанию ароматов, и по характеру героев, образов, и по смыслам, которые мы вложили в легенды. Но всех их объединяет тема пробуждения. Расскажу подробнее о каждой. Вы наверняка уже успели познакомиться с нашей новинкой с обложки третьего каталога – парфюмерной водой Шанти. Мы выпустили этот аромат к 8 марта, чтобы вы могли побаловать себя и своих близких. Шанти переводится с санскрита как «гармония, умиротворение и спокойствие». Этот аромат про внутреннее пробуждение. Он про то, как важно направить свой взор внутрь себя, услышать свое сердце, прийти к себе настоящей, наполнить душу светом и любовью и делиться этим состоянием, этими энергиями с миром вокруг. Парфюмерная композиция Шанти уникальна тем, что в ней есть медитативный дзен-комплекс, который благотворно влияет на эмоциональное состояние, способствует расслаблению, настраивает на умиротворяющую волну. Помимо дзен-комплекса у парфюма Шанти очень богатая пирамида. Вы услышите и нотки паласанта, и талуанского бальзама, и легких специй, и нежных цветов. Аромат звучит очень мягко, ощущение, будто он обнимает, обволакивает и переносит либо в спа, либо в комнату для медитации. Обратите внимание на дизайн упаковки, который продолжает и раскрывает тему внутренней гармонии и света. На пенале изящная мандала и не случайный пенал и колпачок стилизованы под малахит. Ведь малахит – это камень спокойствия, гармонии и равновесия. Говорят, он приносит счастье хорошим людям. Шанти вдохновляет нас на гармонию внутри, то наши следующие новинки посвящены гармонии с внешним миром. Мы все с вами живем в одном большом, невероятно красивом доме под названием «Планета Земля». Нам всем важно бережно и с любовью относиться к нашему общему дому, и тогда мы сохраним планету цветущей для будущих поколений. В воздухе витает пробуждение всего человечества, когда мы вместе делаем выбор во имя планеты, когда человек и природа существуют в гармонии. Мы увидели, что эта тема вам откликнулась, когда вы познакомились с линейкой макияжа It's Clear в прошлом году и решили выпустить одноименные парные ароматы. С удовольствием представляю вам первые эко-парфюмы от Faberlic It's Clear для него и для нее. В них забота о природе прослеживается на каждом этапе производства. Для наших парфюмов It's Clear мы выбрали флаконы, в производстве которых используется 30% стекла вторичной переработки. Флаконы у нас с винтовыми спреями, которые можно легко открутить, а значит каждый использованный флакон также подлежит переработке. На флакончиках экологичные пробковые колпачки также подлежат переработке. Даже пенал у нас стоит в себе эко-сюрприз. Он сделан из биоразлагаемой эко-бумаги, которая изготовлена из материалов, оставшихся после потребления, то есть ее производство не повреждает деревья. И эта бумага наполнена семенами. Посадите коробочку в почву, семена прорастут, а бумага полностью разложится. И все, что останется, это цветы. Парфюмерные композиции It's Clear отсылают нас к природной свежести и чистоте. И снова наши парфюмеры добавили в композицию ароматический комплекс. Речь идет о запатентованном комплексе Фитогая. Этот комплекс содержит фитонциды. Это легколетучие компоненты, выделяемые некоторыми растениями.
Эти биологически активные вещества способны уничтожать некоторые виды растений и играют важную роль в иммунитете растений. Кстати, термин фитонциды еще в 1928 году был предложен советским ученым Борисом Токиным. А в 80-е годы японский профессор Цин Ли проводил научные исследования фитонцидов и доказал их положительное влияние на иммунитет человека, на усиление сопротивляемости организма инфекциями. Такой вот полезный комплекс является частью аромата. Таким образом, ароматы Ицклия – это пример синергии человека и природы. Когда мы берем у планеты все самое лучшее, при этом не забывая заботиться о ней, восполняя и оберегая ее ресурсы. Вишенкой на торте сегодня будет еще одна наша парфюмерная новинка. Она про пробуждение чувственности. Это аромат-провокация с овердозой молекул аттрактантов. Парфюм под названием Amore Dysiac. Мы уверены, он станет вашим секретным оружием. Итак, в этом парфюме высокая концентрация 5 молекул. Аттракталида, экзальталида, мускона, амбрак супер и романдолида. Эти слова звучат будто из древнего заклинания, не правда ли? На самом деле, все это молекулы – вещества семейства мускусов. Аттракталид – очень деликатный, пудровый мускус. Звучит на коже очень интимно, подчеркивая собственный мускус кожи. Парфюмеры его описывают как вызывающий притяжение и зависимость. Экзальталид – один из самых изысканных мускусов, которые используются в высокой парфюмерии. Он раскрывается на коже особенно чувственно. Мускон очень мягкий и слегка сладкий, придает аромату теплые, слегка животные нотки. Амбрак Супер – самая яркая из 5 молекул, придает звучанию парфюма глубину. И венчает это созвучие изящный романдолит. Из-за обилия мускусов парфюм не громкий, практически невесомый. Он звучит интимно, так как сидит близко к коже и сливается с ее звучанием. Кроме мускусов, парфюмер добавил Amore Dysiac – деликатное цветочное дыхание самых чувственных цветов – розы и ириса. Пусть Amore Dysiac станет вашим маленьким секретом – эликсиром, который подчеркнет вашу сексуальность и магнетизм. Очень надеюсь, что у нас получилось вас удивить, заинтересовать и вдохновить нашими парфюмерными новинками. Уверена, что сами ароматы, когда вы их услышите, найдут у вас отклик и будут поднимать вам настроение и этой весной, и весь год.